Итак, представьте себе, молодая семья. Владимир Путин и Алина Кабаева. Приперся? Иди ближе. Добрый вечер. Иди сюда, Вовчик. Вованчик. Гуден так. Где ты шлялся? На время смотрел? Мы с Шойгу обсуждали вход российских войск в Крым. Я на дуру похож? Я смотрю русские новости. Никаких войск в Крыму нет. Кейт, оно. Сколько раз тебя повторять? Не смотри ты этого Киселева. Несет всякую чушь. Иди сюда. Посмотрим, как от тебя несет. Ближе. Ближе, не бойся. Дыхни. Кошмар. Так ты это по-трезвому делаешь? Ну, а что такое? Ты сама Крым просила. Крым я просила? Аксенов, остров Крым. Это книга. Я просила тебя, Вованчик, книгу. Вова, когда я прошу книгу, приноси мне книгу, не на мне земля твоя. Когда я прошу стакан кока-колы, не надо дарить мне завод. Когда я говорю, боже мой, какой забавный медвежонок. Не нужно делать его премьер-министром. Че ты поперся в этот Крым, а? Я хотел расширить полномочия автономной республики. Куда расширить? Хотя бы до Харьковской области. Какой-то кошмар. Это просто невозможно. Как я могу выйти во двор? Бабушки сидят. Как мне им в глаза смотреть, бабушка? Да ладно тебе. Но они все понимают. Они же, в конце концов, офицеры. Облепил меня. Бессовестный. Я молодая, красивая. Растянутая. В конце концов, на тебя жизнь потратила. Я для тебя готова была на все. Березку стать. На мостик, а ты? Ну, хочешь, я тебя через бедро брошу? Если тебе... Что ты завелась? Что я завелась? Отвечу, Володя. Кто это? Добрый вечер. Дончанин. Закрой дверь, дончанин твой. Кто это нахрен такой, а? Ну, это... Это? Вот именно это! Живет тут уже полгода. У нормальных баб шкафу любовники. А у меня это. Я прошу прощения. Закрой дверь, ты просишь прощения. Не заводись. Не заводись. Ну, как кошмар какой. Ты что, ты его впустил в дом, а? Ну, а он сидел под дверью. Такой грустный, с тюками, с картинами. Ты всех бомжей будешь пускать? Алина. Алина? Я что, не человек? Боже мой! Откуда эта доброта и ласка? У моего маленького тиранчика, а? Куда ужас? Соседи, я прошу прощения. Значит, я покушал. Куда тарелочки поставить? Я все себе засуну тарелочки, закройся в шкафу своем. Я понял. Какой-то кошмар, я спортсменка. Я уже 2 недели спортом не занимаюсь. Ну, а у нас огромный спортзал. Да, но он туда своих пней понатаскивал. Я возьму. Это по работе. Я разберусь с твоей работой. Алло, это Алина. Я, Гуден так, ангелы. Я. Айна секунда. Твоя звонит, на. Алло, добрый день. Да, ангел, да. Это засекреченный телефон, можете по-русски. Понял, сейчас запишу. Дайте ручку. У меня нет ручки. Володенька, возьми мою, она слегка поломана, но... Я сколько раз тебе говорила, перестань грызть и ломать все наши ручки. Я перезвоню. Я не могу находиться постоянно в подвешенном состоянии. Отправь его в Украину. Я согласен. Витя,
Ты попадешь в Украину только в подвешенном состоянии. Я не согласен. Почему я должна жить в доме с двумя мужиками, а? Не заводись, я тебя прошу. Ну, я как-то с двумя бабами жил. Скажу по секрету. Не надо. Никаких у нас секретов в доме больше нет. Ты вчера говорил с Обамой, и он все подслушивал. Ничего я не подслушивал. Вот не нужно обманывать. Посмотри на него. Посмотри на него. Он же все выжрал уже у нас в холодильник. Ну, извините, пожалуйста, кушать очень хотелось. Закройся. Он съел все. Что тут такого? Ну, все так делают. Все так делают? Он съел даже валидол. Знаете, Алиночка, вот, кстати, если бы не валидол, я бы на вас обиделся. А так говорите, пожалуйста. Он ходит в твоем кимоно. Это стыдоба. Подруга, ничего страшного. Ничего страшного? Ничего, да? Да твое кимоно полностью его стыдобу не закрывает. Он бездельник. Он целый день сидит в шкафу и строчит комментарии к украинским сайтам. Он политический труп, понятно? Насчет этого не переживай. Он еще в украинскую политику попадет. Он в унитаз попасть не может. После него в туалет невозможно зайти. Прям настолько. Прям настолько, что и до него невозможно. А вчера, ты знаешь, что он взял? Закрой дверь. Вчера он взял и выкрасил наш белый унитазик в золотой цвет. Зачем? А что, если он у него другой не получается? Кошмар. Кошмар какой-то. Он... Что ты делаешь? Ничего, ругайтесь, ругайтесь. Закройте дверь, мужчина. У нас постоянно кто-то живет. До него жил Сноуден. Ну тот-то ладно, хоть компьютер починил. А этот бездельник. Какая польза от него? Вот обидно вы говорите, Алиночка. А что значит бездельник? А вы думаете, в ваш шкафу просто так моль пропала? Закрой дверь! Ведет себя как ребенок. Я вчера его попросила, Вова, я его попросил, сходи с псом прогуляйся. Через 20 минут он вернулся. Это кошмар какой-то. Ухо порвано, ведь в репьяхах. Видите ли, за кошкой погнался. Господи, что с лабрадором? При чем тут лабрадор? Я тебе о нем говорю. Слава Богу. Слава Богу. Алина, а да. Почему у меня тапки мокрые? А это потому, что вы мало уделяете мне внимания. Алина. Я не могу понять. Мы с тобой вчера сидим ночью в постели. Чего он приперся? Мне Ярош приснился. Страшно было. Страшно? Закрой дверь. Мы с тобой не можем даже остаться наедине. Мы не можем сексом заняться. На нас все время кто-то смотрит. Ладно, твой лабрадор, я уже привыкла. Но он... Я ничего не видел. Да закройся! Хорошо ты придумал эти пресс-конференции. Он хоть иногда уходит. Все, Вова, никакого больше секса. Не переживай. Ничего не будет. Все, никаких отношений, Вова, все. Арин, я... Никаких. Я все придумал. Я обо всем договорился. Как мы будем заниматься? Смотри. Ну. Да-да, я все понял. Полторы минуты не выхожу. Спят курганы темные, солнце... Чего он поет? Не знаю, наверное, чтобы не слышно было. Вы все? Нет, не все. Хорошо понял, нет, завидую. Это какой-то кошмар. Значит так, выбирай, или он, или я. Я тебе говорю, не забывай. Или он, или я. Я понял. Иди. Я понял. Или он, или я. Федорович. Давай. Вить. Федорович, что? А, тут такое дело. Или он, или я, но... Следующим президентом Украины будет Алина. Ну, слава богу, ну тогда я по хозяйству. Вот вы вармыши любите, а? Вермыши, Алиёва! Не треба наїжджати, ми маємо свій путь. Забей на економіку, лежачого не б'ють. Шпиняють нас сусіди, бо нас реально прет. Хеллоу, містер Путін, не чіпай нашого Руцнапе. Вова, Харена, нас трусити попіл. На тебе зачекалося давно все файне місто Тернопіль. Усім, хто зневажає порядок мировий, у
усім, хто посварився зі своєю головою. Хто тіпа Кімчинина лякає цілий світ. Порадимо вивчати ми Тарасів заповіт. Камон, Кімчин, свої диктаторські хвороби запрошуємо лікувати в нас у файному місті Чорнобиль. Ми тільки-но хребчаєм, коли нас дуже гнуть. Всі, хто тусує з нами, українцями стають. Ми Меркель-шаровари, перевдягнемо штанів, а пацанів із НАТО перехрестим козаків. Британську королеву пригостимо борщом, а Трампу оселеві зробим замість чортішок. Куштуйте наше сало, сідайте за наш стол, нехай весь світ лабає український рок-н-рол. Камон, черті, велкам по ямах по дорозі. Добрий бродяга, п'янку і прокинься в файному місті Кривом Росі.